Красноармейская. Эта история приходится с прошлого, производится в текст. Текст вызывает восторг. Треки на катушках, это и был хип-хоп домофона. Конец 90-х годов, это я называю снизом. Снизов на взлет, ни жар, ни зной, делились тем, что прет. Оригинальные текста по звуку пиженных нот кипели, будто пулемет. Новый стиль зовет в мозгах агрессия. Многим казались текста значимым бесчестия. Красноармейская вот там, тогда на лестнице. Треки обжигают всех, и душа греется. Вот это семейство, подобие сплава, объединение, мощь, подобие клана. Вникая в расклады, разжигая это пламя. Ходы поставлены были, но этого мало. Да не говори, что я рэпер, теряю многое, но получаю респект. Красноармейская банда не делает деньги, не делает деньги, просто здесь один за всех. Братам не говори, что я рэпер, теряю многое, но получаю респект. Красноармейская банда не делает деньги, не делает деньги, просто здесь один за всех. Пулею, пацаны сошлись на одной улице, первые артисты в натуре. Мы рулим, блин, в 97-м, первая запись на стерео, пару поверх кассетной пленки, СДДК сны на магнитофон. Не произвела фурор, потом это начало начал, я кричал хард. В 98-м привел к себе в дом лорд. Поем втроем песни про смерть. Эй, йо, в 2003-м мы четвертом песни о любви. Суицидальный настрой, кто бы ты ни был, погоди, смотри, уже фесты пошли. Жители земли Константин Биза расскажет вам эти истории. Также Серега и Велик, Гузянин, Андрюха, бездельник. Я шминаю в понедельник, мне жмешь. И этот скреч устроит сечь. Будет нейроны жечь, когда на скетч будет беречь, можешь засечь. Братан, не говори, что я рэпер, теряю многое, но получаю респект. Красноармейская банда не делает деньги, не делает деньги, просто здесь один за всех. Братан, не говори, что я рэпер, теряю многое, но получаю респект. Красноармейская банда не делает деньги, не делает деньги, просто здесь один за всех.